Они произносят такбир, восхваляют Аллаха и радуются за этого малыша. Сегодня Ахмад Рамадан Умар – настоящий герой. 8-летний мальчик из Палестины продемонстрировал то, от чего сотни собравшихся в мечети пришли в восторг. Он смог прочитать наизусть весь текст священного Корана от фаджр намаза до намаза аср. Завершив последнюю суру, Ахмад сделал суджуд, поблагодарив Аллаха за такую возможность. Аллаху акбар ва илляхи л-хамд. Все это происходило в середине августа в Газе. В рамках проекта «Сафвату Хуфас» в одном месте собрались почти 1500 человек. Знатоки Корана разного возраста вместе повторяли аяты и суры с раннего утра и до позднего вечера. Среди участниц была 74-летняя Фарьял Аль-Рамляви. Она успешно прочитала наизусть весь текст Корана за один день. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Такие грандиозные собрания хафизов проходят регулярно в арабских странах и даже за их пределами. Каждый раз они собирают вместе тысячи знатоков книги Аллаха.